Девочки, дорогие, всем привет! Мы с вами в любимом канадцами магазине Winners, он же TG Maxx, он же Marshalls, он же Гоша, он же Гого. Так, рождественское безумие. Платье по $50. Вот такие вот, как сказать, есть черные, есть желтые. Помните, я примеряла в H&M такое платье, я назвала его «Курица». Там еще были пайетки. В общем, очередная курица. Да, пайетками тоже нас Бог не обидел. Причем сиреневыми, причем красивыми. Смотрите, какие блестят. Переливаются, значит, такие пайетки. В общем, пайетков полно. Но вы знаете, что я думаю, что еще как-то рановато. Хотя, так, вот такое вот платье. Прозрачное. Я не знаю, у него есть... Оно сделано из двух слоев. Стоит $50. Вот такое вот узкое, тонкое, из шифона. Все в этих самых блестках. И вот такое вот есть, видите, черное. С такими вот... Черное шифоновое, как будто бы на шлейках. И вот такая вот сверху накидушечка. За 69, 70 баксов. Так, потом здесь я видела много мехов. Меха. Где-то я видела меха. А, вообще, вот эти вот пальто вышли на распродажу. Это настоящие дубленки. Она стоила 1600, сейчас 1300. Их много, их так никто и не купил. Макейдж, это очень известный. Макаж, вернее, я неправильно произношу, простите. Это очень известный в Канаде бренд всякой зимней одежды. Значит, это настоящая дубленка, настоящий мех. Но у нее есть небольшой секретик. Сзади у нее она сделана из балонии. С поясом. То есть, вот помните, как был фильм про Портоса, где, фильм «Три мушкетера». Вот сейчас покажу вам и расскажу. Это тоже вышло на сейл, стоило 1500, сейчас 1200. Это тоже макаж, и она полностью дубленка. И я вспомнила фильм про Портоса. Д'Артаньян, «Три мушкетера». Помните, у Портоса было... Шикарная портупея спереди вся в камнях и в шелках, а сзади тоненький ремешок. И он за что обиделся на Д'Артаньяна? За то, что тот сорвал плащ. И все увидели, что портупея только спереди шикарная, дорогая, а сзади тонкий кожаный ремешок. Вот так примерно это пальто. Спереди дубленка, сзади вот такая вот балония. Но мне оно, честно говоря, все равно нравится. Не надо просто поворачиваться спиной в некоторых местах и в некоторых, так сказать, обществах. Стоять только пузом вперед, и тогда никто даже не поймет, что у вас только дорого только спереди, а сзади подешевле. Так, такая вот Levi's курточка за $80. Где-то ж я видела, тут столько было, по-моему, это пальто я примеряла. Кстати, уже очень много вышло на сейл. Вот этих вот пальто, шуб. Вот как вы видели, вот эти дорогие. Где-то там еще я видела много мехов. Пойдемте смотреть. А немного мехов, но вот такую вот я видела шубку. Искусственную, симпатичненькую, коротенькую, с карманчиками. Сколько она стоит? 80 баксов. Вот такая вот пушистенькая здесь кофта с меховым воротником, которые снова вошли в моду и которые... были в моде в начале 2000-х, я помню, у меня была такая, ну не такая, она была такая узенькая, приталенная, вязаная, и у нее был вот воротничок из меха, это как бы вернулось. Ну вот такие вот искусственные всякие чебурашки у нас продаются за $130. Потом штаны кожаные, тоже, конечно, не настоящей кожи, за 25 баксов, кстати, дешевые совсем, может померить. Такие штаны. Пойдемте украшения посмотрим. Здесь всякие у нас Гуччи, Пердуччи бывают, Сваровски. Так, вот что-то. Александр Маккуин. Видите, за $599 брошечка паучок. Сережки Версачи за 400. Так, смотрите, видите, вы видите, как они сделаны? Вот это голова медузы и написано Versace буквами. Значит, эти за 399, видимо, Dior жемчуга. Я даже не знаю, кто это, я не могу понять. Jimmy Choo, простите, прочитала. Jimmy Choo
Как они лежат, что плохо видно. Так, это Gucci кулон. Кулон Gucci один и кулон Gucci другой. Gucci серьги за 500. Вот видите, значок. Здесь значок. Так, здесь много Сваровского. Дешевле, чем в самом магазине. Много разных, красивых. Это, по-моему, браслет. Не колье, а браслет. А часы. Из часов нету ничего. Из дорогих. Тут бывает и Gucci. Вот я вижу только... Нет, это не Versace, это Versus. Coach. В общем, бывают Gucci часы, бывают Versace часы. Но сейчас вот сейчас ничего нету. Ну, а так вот всякие украшения. Серебряные, красивые, разные. Я вам так периодически их тут снимаю, показываю. Ну, так много-много-много всякой мелочи, ничего не понятно. Ничего особенного, знаете, всякие кулончики, сережечки. Так, это мужская коллекция. И у нас дальше. Так, здесь в шкафу за стеклом у нас люкс. Шарф Gucci 299. Значит, девочки, все это абсолютно стопроцентные настоящие, никакой не фейк. Здесь продаются только вещи, которые, ну как сказать, аутентичные. Это абсолютно точно. У нас в магазинах таких никогда не продается ничего фейкового. Так, это сумочка, по-моему, Balenciaga 1699, да? Это ведь Balenciaga. Так, какие-то очки дорогие, Celine. Очечки, видите, вот здесь. Селины у нас почем? За 250. Ну, хорошая такая форма. Сумочка Burberry маленькая совсем. $2000. Что-то Ferragamo. А, вот сумка. Сумка в коробочке. Сальваторе Ferragamo. Малюсенькая совсем. Цену 1500. Надо было сильно мне согнуться, чтобы ее увидеть. Это Michael Kors сумка. Тоже уже за люкс они ее выставили. Смотрите. Красота, кстати, неплохая. Неплохой формы. Цену завернули так, что не видно. Так, это Coach. Тоже цена непонятная. Это мои ноги здесь отражаются. Это тоже Michael Kors за 180. Она тоже стоит за стеклом уже. Дожили. Раньше Michael Kors висел вот так вот в свободном полете. Фен Дайсон. За 459, слушайте, мне кажется, он и так в магазине стоит столько. Вот они, видите, всякие Дайсоны за 459. Еще какие-то приборы, какие-то прибамбасы, какие-то это что-то, какие-то наушники за 80. Я даже не знаю, что это такое. Так, пойдемте одежду будем примерять. Боже, что я вижу. Я не могу пройти мимо, конечно, такого. Смотрите. Боже мой, что это за кофточка? $60 она стоит. Перья, блестки. Куда такое носить? Куда только такое не носить? Ну, в общем, короче, вы видите, да? Вы понимаете размеры катастрофы. Все, вы знаете что? Я не буду долго здесь шариться. Я, наверное, найду что-то, поищу. Попримерять что-то. Шляпа, между прочим, мне нужна. Я скоро еду на курорт. Еще. Она стоила 20, сейчас стоит 8. Солопинная шляпа. Соломенная. Надо примерить. Может быть, она мне великовата. Ну, вообще-то я... У меня есть шляпы, но все какие-то задосанные уже. Примерить, что ли? Сейчас посмотрим. Бегала весь магазин в поисках зеркала. Шляпа села на меня, как горшок, девочки. Она огромная. Мне нужно отрастить голову в два раза больше, чтобы мне ее носить. Пипец, конечно. На кого это? На чьи-то бошки? Я не знаю. Так, пошла вешать ее назад. Так, девочки, мы в примерочной. Люблю этот магазин за большие, широкие примерочные, за тихую музыку. Поэтому здесь всегда с удовольствием делаю примерки. Примерочные, кстати, чистые. Зеркало чистое, большое. Снимай себя не хочу, в полный рост. Так, у меня много интересного. Вы знаете, много верхней одежды, причем такой фирменной. Например, я нашла пальто Hugo Boss за всего лишь $150. Этот прям для Hugo Boss совсем мало. Потом я нашла, смотрите, очень много фирмовых шмоток. Например, вот такой жакетик, пинжачок беленький за $129 за Dick & Walter.
прям супер. Смотрите, какой он интересный, да, из такой ткани. И у меня очень интересный плащ. Я забыла. Ой, сейчас падает у меня здесь все. Подождите. Вот деконструктивный весь. Смотрите, это знаете кто? Это Сандру. Он сделан как будто бы кусок такой джинса. И он стоит $130. Это вообще недорого. У нас эти вещи Сандро, Дик Вольтер, у нас безумно дорогие они. Если покупать их не здесь. А здесь посмотрите, какой интересный плащ. Правда, он экстра смол размер, но он огромный. Я его обязательно примерю. Мне так нравятся вот эти вот рукава разрезанные. И мне нравится сочетание джинсы с плащевкой, прям очень. Ну и вот кофта из Зары, конечно же. Это тоже что-то такое интересное. Ну, в общем, все, давайте примерять. А, на мне, значит, у нас еще довольно тепло, хотя уже похолодало. Белые джинсы, топ цветной, разноцветный, и вот такое синее пальто, короткое у меня есть, легкое совсем такое пальто, совсем пальто-пиджак, можно сказать, потому что у нас уже прохладно. И внизу у меня вот такой вот топ. Ну, такой разноцветный, с белыми джинсами и вот такие вот сережечки, кстати, не винтажные. Все, давайте мерить. Так, смотрите. Плащ просто реально, реально фантастический. Это такая смесь, как будто бы джинсовая куртка и плащ. Он очень большой, он очень широкий. Вы видите, я его подвязала, и он все равно мне... большой. У меня столько плащей, мне он совершенно не нужен, но мне до чего нравится. И стоит он, я уже сказала, $130. Я уверена, что Сандро, это у нас просто, у нас стоит Сандро, если пойти в магазин и найти Сандро, он будет стоить $300, наверное. Ой, 500, наверное, даже этот плащ. Боже, какой он прикольный, посмотрите. Как он мне нравится. Просто невероятно. Мне вообще не нужен плащ. У меня плащей как... Ну, штуки две точно такие, такого бежевого цвета. Вот он без пояса, можно его носить без пояса, он просто вот такой широкий плащ. Это экстра смол написано, я сейчас проверю размер, потому что на вешалке не обязательно это правда. Боже, какой он классный. Единственное, что у него очень низкие карманы. Посмотрите, карманы мне вот надо, то есть это не мой рост, наверное. Хотя вот так по длине у меня нормально. Зачем карманы такие, что мне в них надо вот так вот нагибаться? Ой, я сейчас красная стала, мне так жарко. Непонятно, что мне с ним делать. Как он мне нравится, но мне совершенно он не нужен. Но он просто необыкновенно интересный. Давайте его рассмотрим, посмотрим цену, состав, все, в общем, посмотрим. Смотрите, я даже не понимаю, какого он размера. Вот здесь написано экстра смол, но они часто это путают. Значит, здесь нигде, нигде нет размера. Сандро, сверху хлопок, подкладка полиэстер, скрытая вот такая застежка. Цену Сандро я не нашла. Здесь он стоит $130. Посмотрите, рукав сделан, как будто бы здесь отвернуто. Видите, отворот, как будто бы подкладка. И вот такая вот дырка. Ну, это ж класс. Посмотрите, как он сделан. Джинсовая куртка, пояс. Сзади кокетка. Реглан. И вот так вот пояс. Пояс в шлевках джинсовый. Очень хорошая вещь. Очень интересная, очень стильная, очень необычная. Другое дело, у меня, во-первых, есть парочку таких плащей. Во-вторых, $130 для Сандро это дешево, но вообще это же не такие маленькие деньги. И у нас очень мало сезона вот для таких вещей. Вот прям реально вот сейчас носить. Вот сейчас, может быть, еще неделю-две и все. Смотрите, очень красивый кашемировый жакет. 100% кашемир, он очень какой-то дорогой, стоит $250. Я не знаю, что за бренд. Представляете, вот $120 плащ Сандро, и, ну, кашемир дороже, кашемир вообще дорогой, но $250, знаете. Чистый кашемир, видите, это какой-то очень дорогой бренд, потому что вот эта вот прищепка, я вам рассказывала много раз, про нее уже больше не буду. Это вешают на какие-то очень дорогие фирменные вещи. Я сейчас посмотрю, что я видела бренд, но я его не знаю, мне он не знаком. Наверное, что-то европейское. Так, хорошо сидит, красивый, конечно, кашемир, все вот так вот аккуратненько, смотрите, как сделано весь швы, вот это все, да, супер-пупер. Но он такой для тетенек, женский такой, взрослый, хотя с определенной одеждой его можно носить, но он немножко, цена такая, знаете, даже для кашемира как-то многовато. Так, смотрите, какая цена, $250 он стоит.
как я вам и говорила, значит, вот написано, бренд называется вот так. Девочки, я никогда не слышала. Магашони, Магахони, не знаю. Вы, наверное, знаете, наверное, что-то европейское редко залетает у нас в Канаду. Такие вещи. Значит, 100% кашмир. Да, неплохая вещь, но не дешевая. Очень даже дорогая. $250, конечно, я не знаю. Ну, я не знаю, девчонки. Так, белый пиджак. Жакет, пиджак. Девочки, не справляйте меня. Какая разница, на самом деле? Я привыкла говорить пиджак и буду говорить пиджак. Ну, не ругайтесь. Так, это... Очень какой-то компания, я за декольтер, по-моему, да, я вам говорила. Прям очень подходит к моим белым джинсам. Ну, знаете, ничего особенного. Интересные тут есть детали. Очень интересные детали. И, в общем, вот такая вот, вот такая интересная ткань. Обычный совершенно фасон, прямой. Он немножко мне великоват, хотя это 38, по-моему, наш, канадский. Это где-то еще у нас, может быть, это четвертый. Ну, я не знаю. Короче, может, это европейский размер. На одной пуговице ничего особенного. В общем, неплохой, но я бы не сказала, что прямах. Ну, хотя, конечно, хороший бренд, хороший пуговица. Так, смотрите, ткань вот это вот хлопок с вискозой и подкладка ацетат. $130 он стоит. Цену за декольтера я не нашла. Написано 2019, я не думаю, что это год его выпуска, хотя все может быть. Хотя здесь очень редко бывают вещи, которым больше там 3 лет, да? Но бывает всякое, конечно. То есть 2019 год, значит, ему 5 лет этому жакету. Я не знаю, если это год или что это. А, девочки, знатоки люкса, напишите мне, что здесь ставили год коллекции. Ну, в общем, жакетик неплохой, но у него интересный вот здесь вот деталь на рукаве. Такие фейковые петли. Ну, ничего особенного. $130. Уж лучше плащ Сандру купить. Правда, за эти деньги? Шикарное пальто от Hugo Boss. Hugo Boss очень недешевый бренд. Я посмотрю, с чего оно сделано. Стоит оно $150. Для Hugo Boss это реально недорого. Это какой-то очень маленький размер, по-моему, 4-й. Я так с трудом в него зашла, с большим, при том, что на мне нет свитера, а просто тонкая блузка. Оно такое приталенное. Воротник можно вот так вот закрыть. Вы знаете, оно на вид такое никакое, в общем. Но на самом деле оно очень приятно на ощупь. Я вам покажу его внутри. У него красная подкладка, такая простеганная. Сидит великолепно. Я считаю, что оно сидит на мне просто великолепно. Мне оно очень нравится. Если бы не миллион пальто, опять же, которые у меня есть, я бы за $150 пальто Hugo Boss. Знаете, я вам должна сказать, что оно мне очень нравится. Правда, что реально классная вещь. Взять у него хлястик. Сейчас я вам покажу его внутри, и вы поймете, почему оно мне так нравится. Так, смотрите, какая в нем подкладка. Сделано оно в Румынии. Сейчас завела резкость. Вот, сделано в Румынии. А, значит, верх 32% шерсть и 24% вискоза. Все остальное какая-то синтетика. Подкладка тоже. Часть там вискоза, часть синтетика. Ну, в общем, пальто классное, девочки. Я не знаю. Так вот на вид ничего особенного. Но посмотрите... Какая здесь строчка, между прочим, да? Я не нашла цену Hugo Boss. Здесь есть только вот... написано, что это Германия, написано, что это американский 4-й. Здесь, кстати, нету. Видите, французский 38-й, итальянский 40-й, американский 4-й размер. Все. И у нас оно стоит прямо $150. Это прям хорошая цена. Для такого пальто. Оно такое, знаете, не вот так, вроде никакое, вроде ничего особенного, да? Но вот качество прекрасного, чувствуется. Ткань такая прям чувствуется на ощупь. Очень хорошая ткань. Сидит хорошо, в общем, нравится. Кофта из Зары. То есть у нас сегодня все подряд. Hugo Boss,
Сандро и Зара. Кофта из Зары. Вы помните мой последний влог из Зары? Я не знаю, вы смотрели. Вернее, я уже его выложила. Или, может быть, оно после этого будет. Скорее всего, выложила. Я там примеряла такую же кофту, такого типа. Только она была с ромбами. Вот такая же толстенная. Она была с карманами. Она очень большая. По-моему, это медиум. Она прям очень большая и очень жаркая. Она стоит 3 копейки абсолютно ровно здесь, в этом магазине. Я думаю, что в Заре она стоила сотню, потом, может быть, там на распродаже 50, там 20, 30 и так далее. Здесь, например, долларов 17 стоит, но она, видите, очень большая, хотя красивая, классная, но... И вот это вот толстая, вот это я еще когда в Заре примеряла, я тогда сказала, что у нас некуда в таком ходить. Как одежда под пальто, это невозможно. Как верхняя одежда, это на... Буквально у нас есть 3 дня в году, когда можно такое надеть. И у нас при этом есть вот такие вот всякие плащи, там пальто, кожаные плащи и так далее. То есть вещь прикольная, но она совершенно для нас не... Нет у нас сезона для нее. Так, 8% шерсти. Точно то же самое, как я примеряла кофту вот в Заре. В этом сезоне стоит она вообще 17 долларов, ровно 3 копейки. Значит, видите, Зара это размер medium large. То есть она прям большая, очень. Размер большой мне. Как-то она мне нравится, но большая, цена прекрасная, но нет сезона у нас для нее. И размер большой. Слушайте, какой прикольный... Так, я это подвину, чтобы он не мешал нам обзору. Какой совершенно прикольный тулуп. Причем он двусторонний. Стоит тоже 130 долларов. Он двусторонний, его можно выворачивать. Здесь все в этикетке, все в кармане. И внутри такой мех. Это искусственный тулуп, но он выглядит очень неплохо. Смотрите, какой классный. Сейчас мы его вывернем и оденем как шубу, если у нас получится. Потому что здесь вот эти вот рукава, все это выворачивать очень сложно. Но я попробую. Даже в качестве тулупа он очень неплохо выглядит. Смотрите, какие карманы у него классные. Хороший такой, не видно прям, не производит впечатление прям такой чебурашки, а как будто бы даже не настоящий. Смотрите, классно. Очень нравится мне. Сейчас попробую вывернуть, померить. Шубой. Так, смотрите, обратная сторона. Почему я знаю, что двусторонний? Потому что пуговицы тоже с обеих сторон. Единственное, что карманы только с одной стороны. И вот такие вот швы, которые идут как бы изнутри. Но, знаете, она так тоже очень неплохо выглядит. По-моему, вполне такая симпатичная шубейка. Прям класс. Мне очень даже нравится. Совсем неплохо. Совсем неплохо. Мне нравится. И то, что это за цену одного вы получаете как бы две вещи. Вы получаете тулуп, и вы получаете такую беленькую шубку. Очень даже неплохо, очень даже. Так, значит, стоит 129 долларов. Это вот такой вот бренд. Видите, все в кармане. Вот он. Вот так он называется. Сунко ООО Париж. Размер какой-то T1. Есть такой размер, я вот не понимаю, что это значит. Ну и тут много всяких объяснений, как что это только химчистка, ну в общем всякое разное, так, короче, в общем, видите, потому что все в кармане, значит, пальто двустороннее и пуговица двусторонняя, то есть понятно, что я не ошиблась, вывернув его. Вы знаете, мне оно нравится, очень даже неплохое, и в общем, вполне можно за 130 долларов две вещи. Девочки дорогие, будем прощаться. У меня еще кое-что я принесла, но вещи совершенно недостойные внимания. Я на них посмотрела, приложила, примерила к себе, решила даже не показывать, не снимать. И у меня память на телефоне кончается. У меня столько видео записано, что у меня уже телефон просто лопается. Поэтому вот больше уже нету времени, нету просто возможности записывать дальше. Хотя ничего особенного, вы ничего не потеряли. Самое интересное я вам померила, показала. Ну вот, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам понравилось. Спасибо, что были со мной. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Всем пока. Бай-бай.